Дегустация пива, следующего думки. пива. А что ты, тебе не надо наливать? Я еще это не допил. Наливаем. Как водичка, да? Почти. Ну, сейчас... Наверное. Сколько плотность? Градусы? 4-5 градусов плотность, хуй знает. Запаха вообще нету. Либо у меня нос. Нет, сейчас есть запах. Просто запах пива без всяких этих оттенков, короче. Тоже что-то хуйня. Короче, когда я его брал первый раз, месяца два назад, он мне показался таким свежим и охуенным. Наверное, ты брал его вдогонку. Тогда было все хорошее. Это мы купили в Магните за 70 рублей. Прикинь, по скидке. Ну, короче, тоже не айс. Понятно.